Здравствуйте, добро пожаловать на канал питомников «Зените удачи». Сегодня мы вам немножко расскажем о наших щенках, которым исполнился месяц. Это рассвет «Зените удачи». Крепкий, с хорошим костяком мальчишка, рыжего окраса, с хорошей черной маской на морде. Морда у него хорошей длины, достаточно широкая челюсть, правильный постав ушей. Он имеет глубокую грудную клетку, выраженный форбрус, хорошие углы передних и задних конечностей. Мощный мальчишка с уравновешенным характером, веселый, активный. Следующий — раскат грома в «Зените удачи». У него хорошая объемная морда, выраженный подбородок, хорошие пропорции головы и морды, высокий стоп, правильный постав ушей. Длинная шея, он компактный, у него глубокая и широкая грудная клетка. Он очень яркого, красивого окраса. Правильный постав ушей. Мальчишка тоже очень активный, веселый, игривый, очень симпатичный пацан. Третий мальчишка – русский рок в «Зените удачи». У него достаточно объемная морда, достаточно выраженный подбородок, хорошо заполнено под глазами, правильный постав ушей. Он не сырой, у него очень хорошая длина шеи, выраженная холка, хорошая линия верха. Это у нас тут завистники пробрались, это Нева в «Зените удачи» завидует малышам, что они едят такую вкуснятину, консервным ням. Уроки длинная, глубокая грудная клетка, хорошо выраженный форпуст, компактная короткая поясница, хорошие углы передних и задних конечностей, хороший костяк. У него очень яркий, красивый окрас и одно непрокрашенное третье веко. А вот и наши девчонки. Это Соло. Росла в «Зените удачи». У нее очень хорошо выраженный подбородок. Широкая линейка, объемная и хорошей длины морда. Хорошей длины и хорошего постава шея. Она компактная, крепкая. У нее крепкая, хорошей длины поясница. Очень глубокая, длинная, объемная грудная клетка. Она очень темного, яркого, рыжего окраса. С хорошей черной маской на морде. С правильным поставом ушей. Следующая — Русь Сабзари в «Зените удачи». У нее хорошо выраженный подбородок, объемная морда, красивый симметричный окрас на морде и голове, правильный постав ушей, голова правильных линий, хорошей длины и хорошего выхода шея, хорошей длины и глубины грудная клетка, она компактная, с хорошими углами передних и задних конечностей. У нее хороший крепкий костяк, очень красивый яркий окрас, но не прокрас обоих нижних третьих век. И, наконец, Беляночка, росинка в «Зените удачи». Очень красивая, крепкая, с хорошим костяком девица. У нее высокий лоб, правильный постав ушей. Длинная и хорошего постава шея, крепкая и ровная линия верха. Она достаточно компактная, с хорошими углами передних и задних конечностей. Ну, имеет брак по окрасу. Белая. На ушке у нее тигровое маленькое пятнышко. Вот и вся наша корзинка счастья.